Давай, дядя. Ебать тебя буду. Так, пробуем. Один СП. Один СП. Держим строй. Ну, армия там ёбнешься, конечно. Он собрал 29-20. Ух. Статы бешеные. Хвост с дыбом. У, армейка больше. Восьмой СП. Жалко, сферу Юлы не добрали. Она была тяжелая за лечами. Ну, в целом неплохо подсосали. Плюс есть на откуп. Давай, ребята. Ну, вот это касл. 1-2-1 вышел, да, вот таким каслом. Нормально. Повезло нам. Стрельба есть? Да, я узнаю, стрельба есть? Стрельба есть? Ху, бля, жестко. Не. Хорошо. Статы боевые плюс-минус. Один СП очень круто, ему будет очень тяжело. Он не может нажать масхаст или слоу. То есть, если у него нету раундов, один СП это прям вещь. Хорошо получилось, хорошо, ребят. Габлейб, спасибо еще разок за 10 подарочных подписок. Кевин Гри, спасибо громадное также за подписочку. No shoot, спасибо. Спасибо, ребят, все, кто подписывались. Если где-то не замечаю, извиняюсь. Был сфокусирован, надо было постараться тут. От пукан бабахать. 14. Давайте считать. 1000, либо 1000, но сплитованных. 1000, либо 1000, но сплитованных. 1000 на 1000, да? Угу. Что такое просто 345? Это 7, да? Ну, типа, прикольно на самом деле. Наверное, прикольно, блядь. На 4 было бы вообще хорошо. Три ангела, единичка. Хорошо расставился так по-хастецки, да? На масхаст. Да, сильно расставился. Гиганта здесь единичку есть снять. Можно, конечно, утку ёбнуть взрывом, чтобы сильно не залетело с масхасты. Но вот эти парни тоже опасны, думаю. 300 на 7 сильно не залетит. Надо, наверное, давать метеорку, ребята, пока есть такая возможность. И равнять вот эти 3 стека. Наверное, я думаю, это хороший план. И жать вейт. Чуть-чуть их подрихтовать, да, 4 чуть-чуть хотя бы как-то подкоцать это дело. Взрыв тоже норм, но взрыв можно попозже, а сейчас вот чуть-чуть сократить стеки от масхасты, например, да. Главное, чтобы у него не было кольцо на раунды, вот это вот очень важно. Стеки жесткие. СП у нас не такое большое. Да, такое ощущение, будто масхастирует нас тут. Масхастирует, да? Так. 5 хп вот тут. Надо добить 5 хп сюда. Вот. Утка обосралась хорошо. Могу ли я убить там какого-то коня одного? Вот здесь одного, да? Так, а двоих? Давай вот эту уточку еще подровняем. Утка обосралась хорошо. Этот и так бахнется. Вот сюда надо накидывать. Сейчас будет. Посмотрим, сколько дэмэджа будет с 24. Кого они выстрелят? 19 деф. 14 атака. Смотрим. Плюс скорость очень плащ решил. Очень. У топа очень решила. Под блесом. На один раунд. Сколько? 3 виверны. Похуй, вообще. Просто, блядь. Отряхнулся там. Кто там, блядь? Под блесом 3 виверны, ребят.
Под блесом, на один раунд причем. Так, гигантом пойду общаться туда. Ага. И здесь иду туда врываться, да, с учетом того, что моя еще там, да, врываюсь. Хорошо. Минус 3 удачи, минус... Смотрите на мои статы, это дичь. Посмотрите, у меня минус 3 моральки, минус 2 удачи. Это жесть. Вудку больно заехали, кстати. Ну, резать будем. Два ангела по 225, как раз двоих бахнем. Ты заебал, но мне хватает. А, нет, не хватает из-за этого. Блять, ну что за дерьмо? Уток бахать, да? Air damage же нету, 14-14. Наверное, уток надо бахать, эти ангелы там что-то такое. Давай. И сюда тульнуть. Хорошо. Обидно, что с минус удачки ударило, тогда бы я бы это... Сюда бы, вот, а замедло на один раунд, ребята. Чтобы циклопа, он не выстрелит. Он не убьет его никак. Он обосрался, ебать, трехочковый. Это больно. У меня тоже обосрался, если что, так что... По чесночуге. Да ты что такое-то, блядь? На один раунд слоу, ребята, вы представляете? На один раунд слоу. Но одним меня не убьет здесь. Только не подходи, бля. Пиздец, так-то плотно, да? Еще стреляет под прямой стрелой, ни хрена себе. Если стреляет, откупается. Деньги надо было посмотреть. Три ангела подымаю. Вейт надо нажать. Бля, заебал. Так, все, ну... И работаем. Рез на 8 уток. Чё, бахаем, наверное, да? Повезло. Нормально повезло. Да ёб твою мать. Нормально. С КЗшкой повезло, с 6 ол повезло. Пиздец, просто пруханули нормально так. Нормально так пруханули, бля, нормально. Там касл-то нихуёвый был. Дэв беру. ГГ говорит. Да, есть же победка. Спасибо за игру, ТХХ. Найс, вот это вышли в центр. Но у него все было. У него все было, ребят. На следующий ход убивал нас в ноль. В ноль. Ну как, не убивал нас в ноль, но условно на следующий ход, вы сами видели, там была КЗ и 6 ол. Вы сами видели, там была КЗ и 6 ол. И он не добежал. То есть это пиздец. Вытащили просто на волшебстве, ребят. На волшебстве. Там была КЗ и 6 ол у него со стороны его. С его стороны. Это пиздярики. Вон она, смотрите, КЗ 6 ол. Улик Зефа, жестко. Вышел против пассисов, пассисов. У меня кони, у него пассисы, у него сложнее ГО, да? Ему не так просто его пробивать, оно на масле не бьется. Ля, напрухали. Ля, нормально.